Аннотация. Настоящий труд направлен на знакомство с результатами десятилетнего исследования открытия ранее неизвестной фигуры сферали и проявления ею неожиданных свойств в виде достаточных признаков неизвестной языковой системы – ВИТИЕ. Ее когнитивное влияние на индивидуальное и коллективное сознание перцепиента, конвергенции знаний ряда гуманитарных и технических научных дисциплин от этнолингвистики, генетики, традиционной классической и квантовой физики до исследований природы времени. Введение. В 2007-2008 году особое внимание привлекло явление в отражении мыльного пузыря знака равновесия. Знак равновесия на рисунке 1. Знак равновесия против времени стрелки часов. С 17 ноября 2009 года была подана заявка в Федеральный институт промышленной собственности на изобретение устройства сцепления плоских относительно жестких и удлиненных гибких элементов, состоящие из двух зеркально-симметричных витков проволоки, соединенных промежуточной S-образной петлей. С 27 октября 2010 года был выдан патент на полезную модель 98676. В ходе практического применения устройства было выявлено неожиданное его свойство. При раскрытии разжатия его витков относительно друг друга и помещении устройства между источником света и двухмерной координатной плоскостью на плоскости образуется проекция устройства, напоминающая семантический ряд лингвистических элементов и символов. Исследование настоящего явления привело к пониманию, что все буквы плоскостного письма есть проекция на плоскости объемных многомерных объектов. Поиск тождественности символов выявил ряд лингвистических элементов из этнических языковых систем. На начальном этапе исследования в большей степени интересовало явление проецируемого семантического ряда, а намерение его толкования открывалось в тождественности символов в этнических языковых системах этнолингвистики, где геометрия лингвистических элементов соответствовала наблюдаемым проекциям и их инвариантностью. Встал вопрос о смысловом их значении. В 2012 году была предпринята попытка паломничества в Непал через Тибет. Результат экспедиции привел на север Таиланда, где в Международном центре Випассана, монастыре Ван Там Вуа, королевские монахи прочитали в устройстве два семантических образа, лингвистических элемента – тигр и отец. А все буквы, которые мы читаем, all letters that we are reading now, есть проекции на плоскости многомерных объектов в сознании человека. Когда мы думаем, мы когда читаем, то мы внутри себя представляем какой-то образ, объект многомерный. When we read something, we imagine something in our mind. И что-то получается. Каждая буква есть проекция, есть проекция на плоскости многомерного объекта. So it's like that, that from this shape you can have all these letters. And there is maybe like in a Thai alphabet. Like there is some letter which looks like this. After I have a bed. Mm-hmm.
Вот, а, например, вот эта проекция, когда мы начали почитать ее, вот эта проекция... Сейчас, подождите. Вот эта проекция, вот она, это вот эта буквица. Да, в этом знаке, короче, проскакивают все буквы алфавита. Совершенно в одном. Нет, я ничего не хочу сказать. Это вопрос исследования. Нет, но я имею в виду, что ты, ну, к этому входишь, правильно? К этому, да, можно подойти, что... Как бы в одном знаке из разных писем. Из разных писем. Все возникают общие. Нет, не все. Есть некие знаки, которые есть в их языке, понимаешь? Их знания. Я хочу спросить, что у них тоже что-то, они могут тоже ее прочитать по-своему. Buddhist history, Buddhist culture, there is some languages or some languages that can be read by his one side. They include Arabic. Я думаю, да, если они увидят какую-то букву, может быть, они их будут... Потому что есть предвидение, что А у них есть эти буквы. У них есть эти буквы по изображению, они похожи. It's not exactly the Thai letter. Thai letter is come from Sanskrit. Sanskrit. And Pali. Sometimes Pali. It mix between Sanskrit and Pali. Mm-hmm. Yeah, some letters that we have with which is. And Buddhist. Вообще все буквы. Будет попа. Черты, язы и вичи. Some letters. It's okay, like this. But not all. But not all. Because... Можете написать, какие он буквы видит и что они означают? What is the meaning? Can you write down if you see some of the letters here? On this side or this side? Maybe. If in this. What is it? How short is it? Like S. S. Yes. And what does it mean? No, it means tiger. Tiger? Yeah. Tiger. Meaning S. Meaning, and the nearest is the tiger. Tigris. Tiger. Yeah, tiger. Yes. Something more? More? I don't know. Покрутить. Oh, business. It. Отец. Историческая справка. В 1949 году трое зарубежных ученых Ферми, Паста и Уалн открыли новый вид памяти. Ей обладают так называемые нелинейные системы. Они запоминают условия своего возбуждения, эту информацию хранят в особые волны солитоны, существующие бесконечно долго, так как постоянно подпитываются энергией окружающей среды. Солитоны выполняют роль мыслей, а нелинейные системы ведут себя словно разумные существа. Классический пример такой системы – молекула ДНК, выполняющая роль хранителя генетической информации у всех клеток живых организмов. Это открытие в 50-е и 70-е годы прошлого 20-го столетия позволило ряду ведущих специалистов в области физики, биологии и лингвистики
писать о тонких аналогиях между языком и языковыми текстами и генетическим кодом и генетическими текстами, обеспечивающими передачу наследственной информации. Русские ученые Горяев, Андриянкин, Березкин, Комиссаров, сравнив математические модели человеческой речи и генетического кода, обнаружили, что у них одинаковая геометрия, то есть ДНК построен по законам человеческой речи. Принимая во внимание исследования в области славянской семантики и лингвистических элементов генетического кода Гриневича и совокупность изысканий его коллег в смежных областях, таких как лингвистическая волновая генетика Горяева, а также знакомство с языковыми системами, как всеосветная грамота, с языковой системой буквицы, глаголицы, церковнославянским языком, была открыта символика устройства в прагматике мера времени. Наш, от, ом, фита, мыслите, зело. То есть устройство генерировало семантический ряд, что дало основание изучать его глубже. Основная часть. Нам известно устройство фигуры спираль. Винтообразная, кривая, образующая ряд оборотов вокруг оси в пропорции π. Или являющаяся геометрической сущностью пружины. Рассматриваемое в настоящем контексте устройство, состоящее из двух зеркально-симметричных витков, соединенных промежуточной S-образной петлей в пропорции φ, верно будет назвать сфиралью. Сфираль – винтообразная кривая, образующая ряд зеркально-симметричных витков, соединенных промежуточной S-образной петлями вдоль оси в пропорции φ. Различие устройств фигур спирали от сфирали в пропорциях π и φ. Обратите внимание на строение самих букв P и F. P является собой элемент фрагмента витка, если ее представить округлой, а F – круговой элемент витка в сечении и соединительным элементом посередине. F как бы поглощает P, то есть она как бы включает его в себя. Другими словами, сфераль несет в себе спираль. А И в слогах φ и π является проекцией элемента вида сбоку, где F и P – вид с торца.